Всем привет, меня зовут Александр, и на этой веселой ноте мы начинаем, точнее мы продолжаем прохождение игры Сторм. Та-да! И как вы помните, мы в прошлой серии отбили нападение двух вот этих засранцев, и сейчас мы идем к ним. Да, мы идем. Мы уже идем. Чё вы, кряхтюли? Трила, вождь. Вот Трила. Остальные спят, они сейчас как повылазят, как таракан отсюда. 108. Вот это их. У нас 112, у нас жизни больше. Факелы, зажигай факелы, братья, береги. Кричи, ты тут кричи. Одного потеряли. Нет. Ну что встали тут? Так, нет, бежим обратно. Бежим обратно. Все назад. Давай быстрей. Все домой. Тунь. Все домой. Обороняться, ребята. Обороняться. Все, получили плюхи. Все, назад. Нам надо вылечиться. Что-то было? Время посильнее розы. Дар. Что? Дар. Где дар? Эй. Не вижу дара. Где дар? Дар-то где? А, вот они. И несут нам дар. Спасибо большое. Нам дар принесли, спасибо большое. Так, ладно. Все, что ли? Все. Сейчас все вылечимся. Так, сколько их? 79, да? Что они тут делают-то? Давайте-ка. Даром отнесем. Короче. Ого, музон. Ага, отлично. Давайте еще даром отнесем. Нам нужны союзники. Тын-дын. Отлично. Что это за физиономия? Так. Да? И ветер становится взрослым. Вот хорошо. Так. Хороший питомец. Эти тут рыбачат. Вот рыбаки. Так. Как мы с ним в каких отношениях? И... Они приняли дары. Это хорошо. Замечательно. Так, еще дары примите. Так, нужны потрясушки, да? Потрясушки нужны, так. Хватит танцулькать. У нас сейчас тут война начнется, а вы танцулькаете. Давайте вокруг костра.
вокруг костра. Dance, dance, dance. Жизнь так, 91 нормально. Трубы и дудочки. Давайте-ка попробуем. Трубы и дудочки. Окей. Возьмем-ка. Ты возьмешь трубу. Ты возьмешь дудку. Возьмешь трубу. Ты возьмешь дудку. Так, вы. Так, кто тут остался? Вы возьмете. Возьмете трещотки. Давайте танцуем. Давайте зажигать. Тут сейчас будет у нас. У нас сейчас будет тут дэнс, камон и дэнс. Так, ты им даров отнеси. Тынь-тынь, отлично. Так. Идем к ним в гости. Идем в гости. Не надо меня приручать. Мы сейчас Common Dance будем. Этим дары отправим. Хорошо, покер фейс. Сейчас будем дэнс-дэнс. Улюшки! Привет, друзья! Что вам надо? Что вам надо? Эй! И? Чего вы молчите-то? А, еще не все пришли. Вождь. Вот он, вождь. Дудки, трещотки, дудки. Так, дудки. Ой, не то, сори, не хотел. Не то, нет. Давайте заново. Заново. Давайте заново потанцуем. Ну и... Пошла жара. Раз. Два. Еще. Блин, не хватает. Дудистов не хватает. Где у нас там дудисты? Две дудки. Нет. Перебор. Иди, бери-ка. Чувак, ты с чем? Ты что ты делаешь, дудист? Ого. Ничего себе. Дудочки. Так. Ты у нас с чем? Так, нет, не дудку. Ты у нас трубу возьмешь. Будет три трубы. Три дудки. Вот так вот. И три трещотки. Вот так вот. Акатония! Что такое? Какая акатония? Давай, носи еду пока. Что-то это с костюмом доступно стало. Кстати, давайте посмотрим. Там что-то, кстати, новое появилось. Вот это то, что надо. Вот это то, что надо. Вот так вот. Вот так вот. Может вот так вот? Вот так. Кипарь. Кипарь. Пойдет? Нет. Давайте. Нет, на бок не получится. Вот так. Так, ладно. Тут что? Тут закрыто. Тут что? Пятерик сбор пищи. Общение. Тут что? Общение на троечку, да? А?
Общение четверочка. Так, а тут что? Тут ничего. Тут тоже ничего. Череп. Череп. Чего так черепушки бахнут? Пойдет. А, да, Вася, Вася. Отлично. Что такое? Подвисло? А, все нормально. Вася, и что? Угу. Племя? Вы где там, братюни? Come on and dance. Вы не голодны? Что вы тут? Вы что тут нашу рыбу рыбалите, эй? Вот засранцы. Так, ладно. Угу. Три дудки, три трещотки. Ах ты гад! Нашего защитника сперли. Проклятые инопланетяне. Блин. Ладно, лети отсюда, короче. Сейчас мы тут натрещотим что-нибудь. Что-нибудь натрещотим. Блин, давайте домой. Давайте покушаем. Закусим. И потом отправимся. Пока. Пока-пока сюда. Это плохо, надо кого-то еще приручать. Назад неси. Да. Ты где, эй? Ты дист. Кто тебя там бьет? Да вроде никого. Ну, все нормально. Чулпанки такие прикольные. Отлично. Вы кушаете, кто там хочет, кто там хотел есть? Ням-ням-ням. Да, ням-ням-ням. Именно ням-ням-ням. Так, давайте все накушаем сейчас. Отлично. Что, все поели, что ли? Нет, еще один. Вот теперь можно отправляться на Тусилова. Привет, чуваки. Сейчас к вам сходим. Антин? Антин. Кто такой Антин? Они тут дары кому-то несут. А что, еще кто-то появился на карте? Ну, вроде нет. Хи-хи. Чингачгуки. Давай, друзья. Теперь мы друзья. Когда-то мы враждовали, но теперь мы друзья. Так. Дудки. С чего начнем? Дудки. Дудки. Ой-ой-ой. Трещотки. Черная дудка, трещотки. Ну, замечательно. 10 из 10. Шикарно. И еще разочек, чтобы союз. Я помню, все захватывает как-то. Так, привет. Давайте еще раз. Еще точки. Дальше что? Еще точки. Что еще? Дудки. Еще. Выделки. Отлично. Блин. Ой, хорошо. Все. С этими союз заключили. Токантыш, токантыш. Странно, конечно, племя двуголовых. Угу. Дали нам броню какую-то и еще что-то. Еще один тотемчик. Мирный тотемчик. На дуделе. Хорошо. О, еще больше стал. Можно еще. Ладно, пока тут дуделки.
идем вот к этим. С этими союз заключать бежим. Там еще появились. 9 на 12. И жутковатые они. Не знаю даже, как мы с ним сговоримся. Придется как-то сговариваться. Так, что тут? Копья? Нет, копья не надо. Что там? Давайте, come on and dance. Come on and dance. Отлично. Дудки. Дудки. Еще что? Еще. Да. Еще сейчас одних союзников обертем. Да ну вот, дикие животные. Давайте еще разочек. Так, и что? Дудки. Дудки, дудки, три штучки. Горный. Еще раз горный. Еще раз горный. Шикарно. Мы обрели еще одних союзников. Правда, такие жутковатые. Ну да ладно. Это хорошо. Так, отправляемся на базу. Так, замечательно. Это давайте пропустим. Еще один тотем. Нам осталось построить еще один тотем. У нас база уже такая достаточно большая стала. Возьми-ка ты, наверное, трубы. Ты возьми дудочки. Еще одна ляляка будет, она возьмет трещотки. Остался один, вот они, вот они, вот они. Они тут убивают, что ли, охотятся или что? Ага, понятно. Так, а тут что? Племя поселения Бирюзовые предлагает вам дар. Щелкните на нем. Хорошо. Ого, дары несут. Спасибо большое. Мы не откажемся. Мы не откажемся. Естественно, не откажемся. Куда ты принесешь-то? Ну давай, клади его. Так, ты бери, 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 где трещотки? Трещоточку бери. Ага. Спасибо большое за дары. Благодарю. Замечательно, кушайте, кушайте. Все должны покушать. 20 еды. Ну-ка давайте, соберите-ка еды. Так, а вы соберите кого-то отсюда еды. Приручить дикое животное еще надо. Надо к поселению оранжевым сходить. Они тут дерутся. Что это такое? Ага, понятно. Отлично, отлично, отлично. Так, давайте-ка посмотрим, что там. Что там у нас доступно? Угу. Что это такое? А, маски. Щенья 3. Щенья 1. Давайте вот эту уберем. Вот эту оденем. Вот так вот. Вот так. Во, Чингачгук какой. Большой змей. Вот так вот будет. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вообще же замечательно. Если вот так, вот так круче. Так, что тут еще доступно стало? Здоровье вообще нет. Троечка, да? Это уберем, повесим вот это. Эй, о, нормально. Так, общение. Что это такое? Давайте-ка вот это куда-нибудь сюда налепим.
Вот так, нет, вот так. Вот так вот. Вот так вот. Чуть подлиннее. Вот так пойдет. Все. Готово. Общение прокачано по полной. О, какой у нас? Вояка. Так, вроде все. Вроде все, да. Ничего себе, они там о чем разговаривают. Да. Пойдемте-ка вот к этим. Сначала преподнесем им даров. Держите дары. Так. Замечательно. Понесли дары. Остальные пока собирайте еду, что ли. Да, вот. Пока эти собирают еду, тот несет дары. Все. Чё? Странные звуки какие-то. Ну ладно. Бубаляки какие-то. Чё это такое? Фейерверкушка. Ну и чё? Дары примете? Нет? Ну зончик вот такой. Держи. Держи дары. Идем на Тусилова. Быстрее, давайте быстрее. Где? Какой враг? Ничего не нападает. Вы что-то убейтесь, ребятки. Да кто такие? Это они. Нападение. Сейчас прям нападение. Сейчас мы с ними договоримся. У нас вон народу сколько. Целая толпа. Давайте быстрее. Что так долго? Ну да. У кого потрясушки, у кого что. И? Первое пошло. Второе. Третье и... Мы с ним подружились, у нас новые друзья, а теперь нам надо с ним заключить союз. Так, давайте еще раз. Последний. Замечательно. Все. Мы заключили мир со всеми. Это планета в этом мире. Мы объединили всю эту планету. Хорошо. Тотем последний. Понял? И это не последний. Поселение оранжевые стали вашими союзниками. Тотем столб достроен. Теперь вы можете перейти на этап цивилизации. Ваше племя на вершине господства. Чтобы основать свой первый город, щелкните здесь. Так, я думаю, давайте на этом закончим. Будем основывать город в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всего хорошего и до встречи, дорогие друзья. Пока.